Дагестан продолжает оставаться в числе регионов с самой высокой рождаемостью. При этом специалисты говорят и о снижении детской и материнской смертности. Наш следующий материал о тех, кто вот уже много лет помогает малышам появляться на свет. Севрина Шамхалова расскажет подробнее. В ее трудовой книжке единственная запись о приеме на работу. Больше 40 лет акушер-гинеколог Алма Эмирова помогает малышам появиться на свет. Каждый день специалист принимает роды в среднем у 15 женщин. За каждую пациентку она болеет душой, поэтому всех новорожденных называет своими. Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете каждый раз, когда ребенок появляется на свет? Вы знаете, это особые чувства. Сколько бы ты ни работала, сколько бы ты ни принимала детей, рождение каждого ребенка – это особое событие. Это, ну, даже неописуемо. На самом деле, это такая радость, особенно когда вот здоровая мама, здоровый ребенок. Профессия благородная, но сложная, физически и морально. Не все выдерживают. Акушерство – это скорее призвание. Поэтому тут нет случайных людей. Алма Гамзабековна сделала свой выбор еще в детстве, как и многие девочки. Она делала уколы куклам, измеряла температуру, поила микстурами и мечтала помогать людям. Никогда не было у меня страха перед вот выбором своей профессии. Никогда не было. Я вот... Вот с самого начала шла и говорила, я ребенком говорила, что я врач. Врачом нужно быть не только просто знать, вот, знаете, вот теорию, не только просто, знаете, вот навыки какие-то иметь. Еще нужно иметь душу. Вы знаете, нужно быть душу, у которой ты можешь полностью вложить в свою работу. Годы работы показали, что выбор сделан не случайно. К ней всегда возвращаются с повторными родами. С рождаемостью в Дагестане никогда не было проблем, говорит врач. А вот здоровье нынешних мам слабее, чем у тех, что были 40 лет назад. На мой взгляд, это слабее стали люди. Инфекции больше. Может быть, раньше вот такого обследования не было. Выявляемость была плохая. Наши женщины сейчас физическим трудом практически никто не занимается. А люди, которые не занимаются физическим трудом, они – это слабый организм. В послеродовом отделении, которым руководит Алма Эмирова, работает коллектив среднего персонала медсестер и акушерок. Многие из них проработали с ней почти с самого начала. Она прежде всего, конечно, человек большой души. К ней просто подойти по любой просьбе. Неважно, вот, ну, не все в человеческих бывает возможность сделать, нет. Но вот она всегда посочувствует, она попытается помочь. Мы даже между собой ее называем мамой, потому что не каждого человека можно назвать мамой, а в отделении мы так шушукаем, говорим, мама на работе, там мама там что-то. В этом году в акушерском физиологическом отделении второго роддома родилось больше 5000 малышей. Многим из них на свет помогла появиться Алма Эмирова. Это доверие и есть главная оценка работы специалиста. Севрина Шамхалова, Махарбек Амариев, Рамазан Омаров. Время новостей.